Эй, уйди нахуй. И как мне пройти сюда? Всем привет, ребята, с вами как мы сегодня играем в игру Собитриад. Погнали. Чё за зарики? Опа. Так. Мне надо найти выход отсюда. Естественно. Как я сюда поп... Чё... О! Как я сюда попала вообще? О, будто с этим... С камеры снимаю, прикольно. Это типа бункер? Так надо идти не вниз, а вверх. А я иду вниз. Ага, наездку. И фонарика есть? Фонарик есть, фонарика нет. Как вот медленно все. Бля, звук такой зуткий. Фонарик. Что за звук такой? Отнесь. Вентиль какие-то наклеены. Тё там сказал? Хер знает, он сказал. Ну, тё-то он сказал точно. По-моему, я тут была уже. Мне тут пройти не получится. Я сдохну, если пройду. Ну да, конечно. Тун-дун. Тун-дун. Тут ничего не происходит. Хотя, не говорю, пока не прыгни. Уже по звукам можно сказать, что играть чуть-чуть зудкая. Опа. Наверх попала. Ни хера не видно. Опять то за место? Ну ё-моё, опять-то ёбаная петля, столь. Опять лимба. А, нет, чё тоненькое. Это почему-то повторяется все комнаты. Это что, лестница из степи, столь? Чуть спускаясь по лестнице все низы, низы и низы. Заняться больше не этим. Может как-то прыгнуть надо тут? Что делать, если я воду пройти не могу? За дичь? И куда тогда? Ой, мама, да это не тесно. А так и надо было, я не успела. Ну конечно, потом я спаслась от монстра. Теперь я назад другу в другой. Опа, котельная, как Фредди Крюгере. Не будете тут преследовать монстр, который будет питаться моими страхами, да? И это не оно. Опа. Нихер. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Потемнело. Если ты так будешь зайти, ты меня никогда так не нагонишь. Я смогу бегать, не забывай. Блин, звук этот очень знакомый звук. Я его точно помню, что я его где-то слышала. Ой, няйн! Бля, убили.
Он так тихо подкрался, хер поймёт, вообще стоит он, зато он сзади идет. Ну-ка, вот, смотрите-ка. Не надо вот... Сначала как-то в боков идти, потом туда идти, потом сблизаться и туда идти как раз. Ну, там написано, что так. Скелет хоть нарисован. Стой! Отвали! Тут дверь должна быть. О, открыла. Нет, открыла дверь. Да хорре. Я дверь нас... Я дверь нашла. Играть, а когда все не 3D-сные, немного хорошо, но иногда просто подбесивает. Иногда просто хочется нормальных игр, а не вот это вот, ну типа. Ага, это я помню. Будем просто ходить из стороны в сторону и искать ту дверь. Правильно? Правильно. Я запросла... Правильно. Чё я дверь не могу опять найти? Бля, этот телек заебал за мной ходить. Чё игрушку что ли на соло играть, сволочь? О, нашла дверьку. Блять, не та дверь. Уйди нахуй. И как мне пройти сюда? Я не понимаю, на тебя нельзя смотреть, когда ты идешь на меня, стой. Ютубер, пример с этих аниматроников. Не бери пример с аниматроников, они гораздо умнее тебя. Ну ты просто идешь, потому что даун. Да-то сюда, потом найти мимо скелетика и пройти вперед. Ага, сейчас идем вперед. Ебесь. Тё, хер он теперь никогда тут не достанет. Всё. Иди в запиносу. И надо откатить воду. Ниль. Стой. Зелень. Тут два. Здесь один. Значит, это первое. А чё он второй? А, не, неправильно, неправильно, неправильно. Он первый. Он второй. Он третий. И он уже четвертый, да? Правильно, нет. Может потерянно смотреть? Давай тогда один. Два. Здесь три. И почему-то тут опять три. А, нет. В смысле? Так, ну это тебя покрутило. Это покрутить два раза. Два. Не только включить и выключить. Ага. Вот это один раз. А хер. Ну один. Так, затем вот это два, я так понимаю. Затем вот это три. Вот это за четыре. Да ёмно, всё неправильно-то. Да все, хер тебе не найдет там. Короче, симулятор. Чё?
Что за еба? Да... Что за загадка тогда? Ну один. Один, вот это один, это в другом месте. Ну тут три. Тут оза три. Может, один. Один. Два. И три. Да плавать же тут делся. Стой. Да блин. Заебал. У нас с тобой не капало ничего? Всё. Тут больше не крутится. Баган багованный, что ли? Забагала вентиль. Вот это тоже забагало. А, воду слила. Заебись. Дай пройти. Дай пройти. То я чё, зря откапывала. Опа. Огнетушитель. Сюда я его надену. Хупус, пляп. Открой! Дить какая-то. Блин, люблю я вот эту дить. А, нету вентиля. А, нету. Спиндели. Боров не было, батьку спиндели. Ну, а тебе искать. Где зуби? Ой, в таком очень неудобно. Его ничего я не увижу, ничего в темноте, блин. Нихера не вижу. Я не вижу ни хрена. Вентиль лезет. Что за звуки? Тут все какой-то, мне катакотский, не знаю, бункер, что ли. Че дофига померло? Такие звуки, блин. Я нихера не вижу. Продал за вентиль. Что за во-во-во-во-во? Давай, иди быстрей. Окей. Ой, ну это, ну вы вот это идите. Ой. Какая-то бесконечная игра. О. По-моему, они были белые, но они были серые какие-то, теперь не белые стали. Нереально, там застолище белое, только бетонное, реально. Меняется цвет. Это очень странновато. Как-то странно. Длинный коридор. Я и так бегу как можно. Если кто-то и бежит, я успею все набрать в дверь-то. Отнюдь. Испортил всю атмосферу. Ай! Я в дверь не вошла.
Так. F-ка-то вруби. Чью палку да? И у меня нету фонарика. Так, что произошло? А, нет фонарика, нету, и не было никогда. Походу, все это мне приснилось. Походу, тогда все сейчас будет адекватно. А вот и бункер. Выход из бункера. Такие звуки. Субтрет. Чё? Стихиус. Не, игрушка прикольная, реально прикольная. Мне понравилось лично. Атмосфера такая интересная происходит. Немного подтупило в этом моменте с вентилями, но это было быстро. Игра интересная, мне понравилось, очень прикольно. Ну все, всем пока, с вами был Крикс Мэй, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие супер тонсы играть в интересные игрушки. Все, всех люблю, всех целую, пока, косочки.